Нет, что вы делаете? Пожалуйста, остановитесь, я же сгорю. Это мне и нужно. Сейчас ты начнешь вырабатывать низкочастотную энергию страха, которая имеет огромную ценность для определенных существ. Миша, я же сгорю, спаси меня! Он тебя не слышит, сейчас его разум полностью подчинен мне. Машенька, держись, я иду. О боже, что ты наделал? Ты убил Михаила! Стой, Спрингтрап! Ты за все ответишь! Прости меня, Михаил! Я не ведал, что творил! В том состоянии я считал тебя врагом! Друзья, что-то мне нехорошо. Видимо, пуля попала в легкие, и я умираю. Нужно извлечь пулю. Я знаю хорошего хирурга, но добраться до него можно только по воздуху. На крыше есть вертолет. Я не могу двигаться, мне больно. Нужно смастерить носилки. Друзья, мне конец. Не говори глупости, Михаил! Ты еще всех нас переживешь! Придется идти по земле, но это очень опасно! Послушайте, друзья! Недалеко находится свалка военной техники! Там может быть вертолет, который на ходу! Я поведу вас наиболее безопасной тропой! О нет! Спрингтрап улетел на вертолете! Mm-hmm.